Следующая игра стала не менее интересной для конаковских болельщиков и гостей спортивного праздника. Команда «Кумлёт» встретилась с командой РХЛ из Редкина. И та, и другая смогли продемонстрировать хорошую игру хоккея. Готовность номер один. Две опытные команды буквально сразу начали демонстрировать отличную игру. Все, что можно ожидать от этого вида спорта, игроки и зрители получили сполна. Наслаждаться пришлось каждым моментом игры. Недолго ждали болельщики и первого забитого гола. Удачный удар по воротам нанес нападающий конаковской команды «Кумлёт», тем самым открыл счет встречи. В ходе тяжелой атаки конаковские хоккеисты все-таки владели ситуацией и не пускали противника на свою сторону. Следующий гол, и шайба оказывается опять в воротах команды РХЛ из Редкина. На табло 2-0. Видимо, такое положение дел не устроило гостей матча, и через несколько минут забитая шайба в наших воротах. На протяжении трех периодов шла нешуточная борьба. Под конец матча обе команды наконец сравняли счет 5-5. И только за счет буллитов конаковская команда вышла в лидеры и одержала честную победу.